Всем привет, канал Ирина Цветики. Поздравляю всех своих дорогих женщин-подписчиц с праздником 8 марта. Здоровья вам, дорогие, удачи, хорошего настроения и того душевного, сердечного трепета, когда мы испытываем, покупая новую орхидейку. Сегодня у нас обзор из магазина «Орхидея», цветочный оптовый рынок Краснодара. Вот такой прекрасный пилорик Монтрес. Ну, он не только пилорик, вот еще один там есть, трехлистник такой. Очень красивый цветочек, ну и бабочка с защипчиками. Ну, то есть мутация произошла не полностью, а вот на разных цветоносах, разные цветочки. Ну, тем не менее, у них есть защипчики, есть вот бокалы пилоров, он довольно крупный, очень красивый цветочек. Вот эта орхидейка, мультифлорка, она восковая. Ну, тут вышел на передний план красивейший биглипчик. Биглипов сегодня много на самом деле. Ну, корневая, вот, ну, так себе скажем. У вас уже все, да, перед праздником больше не будет? Ну, я к нему обращаюсь все время, потому что достаю биглипы сверху. Ну, вот этот я уже показывала. А наверху прекрасные желтые биглипы, вот такой, как у меня. Я помню, очень много людей хотело купить у меня. Ну, вот сейчас зимой появились такие биглипы. Бабочки тоже стоят пока, держатся. Продажи слегка их уценили. Ну, тут трилистники мультифлоркой. Опять этот восковичок, все-таки решила его показать. Видите, он такой бугристый, очень плотный. Я потрогала восковой цветочек на самом деле. Дастибель. Парфюмерные фабрики в небольших стаканчиках. Посмотрите, какая красота. Стоит и радует всех на входе в магазин. Ну, цветочки уже разобрали, разложили. Я пока приеду, живу далеко. Ну, я и стараюсь не с утра, а уже ближе к обеду. Вот такая желтая. Типа Клеопатры. Радужные. Очень красивый персиковый цвет. Жалко, стоит вся эта красота очень высоко. Снимать не очень удобно. Дендробиум. Ароматный, красивый. Пахнет медом. Так, так, так. Ну, только дендробиум, а его название не написано. Эта частинка Бериода, вот. Боялась ошибиться, 1500 рублей. Ну, вот такой красивейший биглипчик, кстати, я вот покупала такой. На оценке меня просили, но так его не забрали. Ну, конечно, сейчас он уже отцвел, поскольку был на оценке. Цветочки засохли, ну так стоит, зимует. Надеюсь, когда он расцветет, покажу снова. Огромный белый язык. Крупные такие цветы. Лепестки. Так, вот они. Желтая Клеопатра. 2300. Ну, у него есть название сорта. Как-то был один раз. Я, к сожалению, не запомнила. Людей много, приходят, выбирают, поэтому снимают уже урывками. Такой бархатный, темный дебилетчик. На самом деле я хожу еще, выбираю вот свежепривезенные цветы. Предыдущие я показывала. Очень красивый вот с розовым язычком такой венозник. Все подряд не хватит времени смотреть, снимать и смотреть.
Цветов очень много. В всех магазинах много цветов. Ура, ура, пришла весна, пришли завозы. Единственное, вот такой беглипчик. Единственное, что пока цены очень высоки, потому что праздник. Ну, а цены начали расти задолго до праздника, почти сразу после февраля. Ну и вот пока держится, конечно, высокими. Вот такой мультифлора беглипчик. Любителям беглипов сейчас раздолье. А вот такой еще желтый. Ну, тоже красавец, хотя у него не крапушки, а вот там полосочки. Наверняка есть у него название, если кто-то знает, напишите. Неплохая розетка, большая такая, 2300, да. С двумя цветоносиками, сортовые орхидеи. Где-то вот такая цена сейчас. Красивая грусть, пестрый беглипчик. Тут, по-моему, осенний ветер, если не ошибаюсь. Там такой нюанс небольшой в цвете, поэтому... Вот, очень нравится мне типа люксора. Хотя это не полностью сиреневый, это и на принцессу похож, ну что-то вот средненькое такое. Красивые эффекты. А вот еще бабочка мини красная. Где-то она тут. Среди мультифлор стоит одиноко, никому не нужно. Очень красивый такой белый беглип, сиреневую полоску. Уже второй раз я его замечаю в магазинах. Довольно крупный, красивый цветочек. Много простых. Ну как простых? Все орхидеи красивые, все нарядные. Но для нас они простые, потому что мы каждый день вот ездим, снимаем, смотрим. Для нас они простые, потому что часто встречаются. Да, все орхидеи хорошие, конечно. Ну, вот они отдельным тут обществом стоят. Вот, «Карибская мечта». Амстердам, эффектный очень. Довольно крупненький, он бывает помельче и крупненький. Тоже стал появляться сейчас в магазинах. А вот из точки роста, это вот его основное, как бы недостаток. Не все любят, боятся. Хотя хочу сказать, ну, очередной раз, попугайчик, смотрите, вместе. Что вот этот цветонос, он может год, у меня вот цветонос один был, да, из точки роста, он у меня 2 года отцвел. И последняя такая шикарная грудь была, это непередаваемая. Я даже в магазине не видела. Очень крупная, очень большая такая, как облепиха грудь. Вот Пуаро. Ну а потом, да, потом, конечно, цветоносик засох, и теперь она деток дает. 2 года подсвел, мне кажется, нормально, теперь детей расти, ничего страшного. Ну, не все любят, если что. Щетина, всегда. Ну, попадаются и растения. Похож на Чэнгду, но что-то не слишком бледненький. Или это зимняя раскраска, или это не Чэнгду, есть похожий на него. Ой, много Амстердама, я смотрю. И крупные цветочки. Это романс. Тоже такой довольно крупный. Еще беглипчик. Размер мультифлору, по-моему. А сезонный почемка? На самом деле тут в каждом углу. Ну, наверное, завод большой, красавчик тоже. И везде, везде цветочки. Обернешься, там стоит палетка. Обернешься, в другое место стоит палетка. Красивый. А, это я уже подобрала стойки. Закроман тоже здесь красивый. Опять принесли сезам. Привезли. В прошлый раз, в прошлый завоз я показывала, но вот теперь стоит совершенно свободный. Ну, цена, наверное, больше 2000 тоже.
как сортовые беглипы. Симпатичные. Вот с белой губой. Но он какой-то помельче, чем бы я покупала. На сутенке уже показывала. Да, а я вот так обогну их вот так. И вот так лампочка у них радостная. Такая прямо яркая-яркая, красивая. Ярко-розовая, желтая. Ну, отлично корневая. Большая розетка. Растущие воздушные корни. Очень даже хорошее качество. Так, это розовый. Ну, где-то коралл написано. Насчет этого розового где-то меня поправляли, по-моему. А вот цветы персики с белой губой и в крапушках тоже очень красиво. Еще один пуаро. Ну, тут оказались все купленные цветы. Но я жду подтверждения на пуаро. Как-то написала, я не поняла, нужно ли его брать. Вот красота. Вот такой у меня. Очень красивый. Я его чуть не продала, но говорю, ну давайте, пусть расцветет. А он расцвел, и я его не смогла продать. Он такой красивый. Хотя, знаете, цветет редко. У меня раз в два года он цвет. Так, вот такой лопаточкой беглипчик. Не очень крупный, такой, до 7 сантиметров цветочки. Но зато их много-много-много. Вот тоже как мультифлорка такой. Так, это мы. Карнавал, по-моему. Вот тут. Ой, эти лешки уже практически на коленях снимаются. Ой, красивый какой плюсовый гриб. Сами мы искали. По магазинам такой есть для летом. Вот крупные очень на дуге. Красивый каскад. Еще цены. Так, вот, так, вот, 1900 рублей. А хорошо, что подписали девочки. На праздники, наверное, они просто не успевают всем отвечать, потому что каждый цветочек, вы знаете, нужно здесь брать, идти на кассу и спрашивать. Ну, в таком количестве покупателей. Вот горизонт очень такой крупненький, высокий и очень яркий, темный. Размер мультифлоры. Но для мультифлоры нет такие крупноватенькие цветочки. Так, ну что ж, еще нового найти, показать. Монтрес простой. Как видите, очень богатый выбор. Вот это тоже интересный цветочек. Покупают орхидеи все равно. Душа просит у Рахаманов цветочек, поэтому, несмотря на такие цены, покупают на праздник, на подарки. Хорошо вот, когда у Рахамана есть друзья, которые знают об этой слабости. Ну, может, это и не слабость, может, это просто болезнь сердца, что вот мы любим мы орхидеи. И им дарят. Покупают много все равно орхидеек. Вот еще беглипчик такой. Яркий, красивый. Там защипчики какие-то видны. Так, тут что у нас? Мелиса? Ну, вот как-то по-другому краб. Наверное, это не мелиса. Парфюмерки стоят. Еще беглипы. Мультифлоры. Вот, яркий, красивый. Вон бабочка еще, смотрите, парфюмерка бабочка стоит. Тоже как без претензий, да, в середине палетки.
Ну, их приводили в город, но я показывала, и паутинки, еще где-то были бабочки. Цимбидиумы. Ну, сейчас во всех магазинах цимбидиумы такого бордового цвета, желтого, белого. Ну, красота. Еще раз всех с праздником, дорогие мои. Здоровья. Всем удачи. Пока-пока. До свидания.